Обращение Марии Магдалины – картина маслом, ранняя работа итальянского художника эпохи Возрождения, жившего в Венеции, Паоло Веронезе. Он был известен своими роскошными картинами в драматическом и красочном стиле. Датируемая примерно 1545-1548 годами, картина была заказана знатным покровителем из Вероны. Полотно изображает обращение Марии Магдалины, как описано в книге Пьетро Аретино 1535 года «Человечность Христа». Эта версия Евангелия в то время была широко распространена и читалась в Северной Италии. В легенде, вдохновившей на создание картины, Мария пошла в храм, где учение Иисуса вдохновило ее обратиться к благочестивой жизни. На картине она изображена неподходящим для религиозного здания платье, которое символизировало ее прежнюю греховную жизнь. Она изображена стоящей на коленях и краснеющей, слушая Иисуса. Сцена, изображенная на картине, это событие, не описанное ни в Библии, ни в Золотом сказании. Марфа и Мария Магдалина находятся в храме, где проповедует Иисус. Мария Магдалина стоит на коленях перед Христом, повернув к нему лицо, а Марфа простирает руки к Христу и Марии Магдалине. Ее платье с глубоким вырезом намекает на ее прежнюю греховную жизнь, а ожерелье, сползающее с ее шеи, отражает ее поворот от мирской жизни к жизни духовного благоговения. Паоло Веронезе был известен своими изображениями роскошной обстановки и любовью к украшению самих святых и священных сцен с людьми, одетыми в мерцающие, отороченные мехом платья из шелка и парчи, что больше напоминало венецианское высшее общество, чем скромные изображения сюжетов. Когда инквизиция поставила под сомнение его выбор изображения святых предметов, он ответил: «Мы, художники, допускаем вольности так же, как поэты и сумасшедшие», утверждая тем самым, что его свобода как художника включала возможность выбирать, как изображать свои предметы. Картина находится в Национальной галерее в Лондоне с 1876 года, когда она была завещана из поместья коллекционера Вина Эллиса, богатого британского галантерейщика, политика и коллекционера произведений искусства.